Всем привет! Сейчас я покажу, как играть испанские мотивы. Автор этого маленького произведения Лев Шумеев. Произведение написано в стиле фламенко, но очень легко и очень просто. Для начала я продемонстрирую саму пьесу, а потом уже в медленном темпе покажу, как ее играть. Показываю, как играть в медленном темпе. Идет повтор того же самого. Далее мы играем только большим пальцем правой руки. Ставим аккорд Е. Когда играем большим пальцем, старайтесь, чтобы у вас остальные пальцы стояли на струнах. Вот работа большого пальца. Если вы будете играть без опоры, то у вас будет рука, кисть ходить вниз и вверх. И дальше идет пассаж большим пальцем, только большим пальцем. Старайтесь соблюдать аппликатуру такую, что за первый лад отвечает первый палец, за второй лад второй палец и за третий лад третий палец. То есть, если мы играем ноту на втором ладу, значит мы берем второй палец. Если у нас идет нота на третьем ладу, значит мы играем третьим безымянным пальцем. Далее мы перемещаем просто аккорд Е. Вот аккорд Е мы зажали. В правой руке играем скольжение до четвертой струны большим пальцем. И потом указательный, средний и безымянный. Каждый аккорд мы играем два раза. Мы сдвигаем аккорд Е на второй лад, играем также два раза. Потом этот же аккорд мы сдвигаем через лад, играем два раза, обратно на второе. И в конце уже и просто проводим большим пальцем. Ссылочки на табулатуры и на ноты этого произведения будет в описании. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и до новых встреч. Пока!